три знака зодиака с сумасшедшим секс-драйвом. Вот у кого никогда не болит голова. Знаете ли вы людей, которые никогда не устают секса? А они существуют. Их сексуальное влечение неисчерпаемо, они жаждут новизны и адреналина. Они могут разбудить вас посреди ночи, будучи всегда готовыми к интиму. Вот какие знаки зодиака обладают высоким либидо. Овен. Овен любит вызовы, особенно на сексуальном фронте. Секс-драйв Овна работает на чистом адреналине. Он любит охотиться и ощущать волнение, вот почему секс с Овном так хорош. Он очень страстный любовник и стремится всячески доказать это в спальне. Его секс-драйв всегда сопряжен с озорством, игрой или местом, где вы определенно не должны этим заниматься. Телец. Прикосновения очень важны для Тельца. Его секс-драйв обычно всегда на высоте, потому что он всегда старается прикоснуться особым образом. Он упрям, поэтому никогда не признает, что всегда инициирует секс, но вы оба знаете, что он постоянно дразнит вас, удерживая секс в мыслях. Скорпион. Скорпион имеет более высокий секс-драйв, чем любой другой знак. Его жесткое и страстное отношение проявляется в каждой области его жизни, особенно в спальне. Скорпион любит дразнить и получать тоже взамен. Секс всегда нов с ним, и он никогда не скучает. Все, что вам нужно сделать, это улыбнуться определенным образом, осторожно коснуться его руки, и он тут же возбудится. Надеюсь, вы сможете поспевать за сумасшедшим секс-драйвом Скорпиона, потому что он не боится вызовов в спальне. Это были три знака зодиака с сумасшедшим секс-драйвом. Если вам понравилось это видео, поделитесь с друзьями, им тоже будет это интересно. Оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете по этому поводу. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.